нас сегодня праздник. Шарики. Шарики, хлопушки. Всем привет, друзья. Собрались. В магазин мы собрались. У нас сегодня ветрено. О, что-то выставили. Что-то повыкидывали. Какую-то ерунду. Ветрено, опять же, из-за шторма. Поэтому поднимается ветер, ну так, приятненько. Достаточно. А мы частично отметили день рождения. Я ничего не снимала. Да. И хотим съездить. Кола детям нужна. Вот такая погода, поэтому мы особо вообще никуда так и сним. Ого! Грибочки. Утром был дождь у нас, и поэтому мы вот это в домашнем режиме дни рождения отмечаем. У нас там пожарка почему-то стоит. Может, что-то произошло. Либо пожарники приехали затариться в магазин. А почем они? Омывали, возьмем 97 центов. Мы зашли, а тут back to school, и мы вспомнили наконец-таки. Вот. Нужно 3 вот этих composition book разных цветов. И теперь новые. Валь. Я говорю, выбирай на 97 центов. Они обычные, Валь. Зеленые, какие тут хочешь, синие. Ходим, выбираем. Вот так мы нечаянно попали на эту ярмарку. Зашли и вспомнили. И я зашла на почту, скачала список, теперь ищу. Вот нужно 72 заточенных карандаша. 4 доллара. 24, это получается несколько таких упаковок. 48. Это тоже заточено, это 8 долларов, да? А вот самые дешевые, что приятно, 97 центов, они не заточенные. Приятно, когда подешевле закупиться всем. Вот они их не заточили за 97 центов, а за 4 цента заточили. Вы не нашли ничего? Ножницы. А ножницы клей? Ага. 72, вот. Да, но тут нет упаковки по 72 карандаша. Ты видишь хоть одну упаковку? А марбл, тетрадку такую мраморную. Вы все уже нашли, а я тут час возле. А Валя, маркеры? Маркеры. Найдите фломастеры, которые моются. Washable фломастеры. Это тоже не заточено. Нету. Короче, 72. В количестве 72 нету. Надо покупать, видимо, несколько упаковок. Только несколько упаковок можно вот купить. 24. А какие свои у нас дома есть? У нас какая-то есть упаковка, но я не помню, какие они, заточены или не заточены. Давай одну возьмем и посмотрим, что у нас дома, потому что нам детям по-любому нужны будут карандаши еще. Я помню, что у меня есть что-то с карандашами, но вот. Здесь еще вот такой вот стендик красивый. А резинки, стерки взяли? Вот эти волосатики. Резинки, стерки взяли? Стерочки, стерочки. Видели? Не видела. В общем, уже половину все разобрали. На самом деле, было раньше чухаться. Все, мы вроде почти закупились, правда, не все нам удалось. О, какая интересная подставка от Крайолы в виде карандашиков. А мы же взяли цветные карандаши. Надо, а где наша корзина? Надо вообще оценить масштаб. Валька расстроена, в школу не хочет, да, Валь? Что такое? Это пенал? Думаете, это пенал? Нам осталось еще купить салфетки. О, кто-то огурчики, да, релиш вот этот пристроили. Релиш, или как он правильно звучит. О, какая прелесть, вообще такое не видела никогда. Пушистая крыша. Вот что мы нашли. Крайола 24, это Вале нужно. Это все Вале, ножницы Вале, два клея. Это
хайлайтеры, Крайола маркеры, которые стираются, тетрадки. Ой. Вы что, вы выложили какие-то тетрадки? У вас марбл одна, вот такая мраморная, и четыре. Такое ощущение, что вы выложили. Мама кладет и не выкладывает, да? Две упаковки бумаги, папки. Нашли список еще средней школы, Паш. Вы встаньте и не надо... Давай вот сюда. Нет, твоей нет. Не надо туда заезжать, там очень тесно. Теперь набираем еще детям вот такие тетрадки. Короче, у нас целая упаковка. Карандаши. Вот еще у нас стерки. Отмечаем день рождения, как видно. Неплохо. $1.47. Классные силиконовые штучки я нашла. Такие классные расцветки просто. Пашу собрали. Паша в школу уже собрался. Они тяжеленькие. Вале нужно пойти наушники посмотреть. Пойдемте наушники посмотрим. А вот это вообще классно. Ну, я просто люблю вот такую мраморную расцветку. И они такие приятные. И такие, вот они, разных модификаций. Да, Вале это юбку купим, сарафан, вот это все. Туфельки черные. Вы что, с ума сошли? Вы что, с ума сошли? Я буду самая немодная там. Все будет в ярких лосинах, да, Валя? И Валя придет такая белая блузка. И, ну, тут тоже есть форма где-то. Мы просто не знаем, где. В нашем штате, вот, в нашей школе нету, но где-то все-таки она есть. Что это? Сода Стрим. Это газировку. Water Maker. Здесь еще вот такие вот баночки прилагаются, чтобы делать... Прикольно, $140. Сегодня у меня съемка какая-то такая дерганая. Я чайник нашла у нас вчера вечером. У меня два чайника разом сломались, электрические. Я один клацаю, не работает. Полезла за вторым. Мы его еще в Мексике брали, самый дешевый. По понятным причинам мы его планировали в Мексике-то и оставить, но перевезли сюда. Не работает. И, в общем, муж после работы приехал, начал починять их, не починил. Сегодня утром он их разбирал, что-то там делал. И вот я иду, смотрю, чайник. И подумала, что если бы у нас вот такой хотя бы был, то... Кстати, он какой-то... А, это, наверное, он так и должен быть. Вот видите, как скривленная ручка. Если бы был такой хотя бы, а так дома, получается, электронный сломался, и все. Кипятить воду в кастрюльке я вчера так сделала, закипятила, чтобы, ну, чая хотелось. Пришлось кипятить в кастрюльке. Посуда мне нравится разная, такая всякая красивая. На сегодня вместо поездок по кафе, походу по магазинам. Ну что, не будем это, бутылки? У тебя же есть бутылка. Паша, бутылки. Вы взяли бутылку? Это Паша будет за спиной носить? Или как? Там не прилагается, как у Ранса. А, вот тут это вот. Вот так. Литры, да. Это на весь день, видите, расписано, во сколько пить. Паш, понял? За один день. You made it! Ты сделал это, смотри. Мы думали, тебе на неделю. Вот в конце. На один день тебе. Прикол. Вообще-то я пью всю мою бутылку. Сколько вообще сюда влазит? Тут написано ready, go, пошел. Ладно, пойдемте. Паша, не будем брать никакого. Вон там синие какие-то, вон там. А вон там синие. Она такой фирмы, спортивной, да, спортивной фирмы. С той стороны бутылки, Паша говорит, там женский. Вон там. Это стаканчик такой миленький. Бутылочки такой. Стаканчик такой? Да. Еще надела. Ну, он классный, конечно. Валь. Wednesday. Ну, это ж не девочка. А, я еще и говорящий. Я говорю. Что ты говоришь? Давай послушаем. Ничего ты не говоришь. Обманываешь? $8. Наверное, батарейки сели. А это кто? Это папа? Не пойму, кто это. Из Wednesday. Я... Часть сериала посмотрела, они должны были новые выпускать. Вот я жду продолжения, мне так зашло. Очень понравился.
Валь. Это понятно. Барби ролики. Клиренс. Ну, наверное, не на это у них обычно не соответствует. Лама классная ваза. Мы сейчас пойдем в еду. Наконец-таки. А, это, наверное, для фотографий. Что это? А, карамель спайс. О, как еда и что-то еще. Странный запах. Цветочки. Собрались в кино, потом оказалось, что никто не хочет в кино. В результате не пошли в кино. Потом пошел дождь. И так мы, как я уже сказала, день рождения отмечаем. Да мне что-то вообще не нравится. Слишком сильные ароматы. Красотища всяко разная. Сапожок. Он не стоит, видать. Ну да, не стоит. Падает. Не продумали что-то. Такие мне нравятся. Потом обязательно буду украшать свое жилище. Следующее уже. Вот такие мне нравятся. Вообще композиции вазочка. И вот чтобы такие именно розовые какие-нибудь пиончики. Либо розочки. Чего нашли? Свинку Пеппу нашли, мой класс. А Валя нашла сквишемела с очередного. Ее глаза. О, этого Симбу я, кажется, видела в обзоре, что Лего новые выходят. Ну, это в российской группе ВКонтакте. Вот он, $130 здесь стоит. Король Лев. И вот такой есть. Этот 19-20 долларов. 222 кусочка. О, Паш, смотри, Гарри Поттер. Мы такого не видели. $40. Это Хогвартс Каслс. А, может, и видели. Это класс зелий. Или не видели. Уже запуталась в них. А вот такой точно не видела. $70. И скидка на Лего вот такие. $40. Есть музыка. Что вы делаете? Нет, Валя, это на руку надевать. Ты чё? Голову, главное. Да, это типа вот так вот. Привет. Это просто так, не обязательно на голову. Это играться. Встретились два динозавра. Что-то типа такого. Мир Лего. Какая кошечка. Это кошечка-русалка. Класс, 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 класс. Лего обожаю. О, какой павлин. Павлин-мавлин, $20. А, не, White Rabbit, $20. Постоянно не соответствуют вообще ценники. Кукла такая красивая просто. Здесь такие классные скидки, но что-то никому не понравилось. Вот это $4 кофточка стоит. Она на флисе. Дырка, что в ней этого? Нитка. Здесь такие цены. По $2, по $3 одежда. Может, что-то выбрать. Джинсики по $11 вот здесь. Но я вот что-то не помню, есть у Вали или нет. Валя, а вот эти есть у тебя? Лосики, лосины есть? Нет. Или я покупала тебе какие-то, да? Видишь, все к школе готовятся. 14-16 лет, вот эти прикольные, но я нету возраста нашего. Нет, ты... Не, это все на 14-16 лет. Кто будет в 16 лет носить вот это вот все? Блестючее, я не знаю. Не носят такое уже, мне кажется. Нет же ж. Не знаю, чтобы для малыша сделать. Маечку. Синяя, больше не буду больше. Все, никакие не нравятся больше, да? Блин. Тут разобрали, просто они по $4 всего лишь. Для мытья посуды возьму. И нам еще нужно всякие полотенца бумажные для Вали в школу, всякие салфетки. Повезешь? Я тут пробежалась по хозразделу, это всю школу. Нужно два вот этих тауэлс, нужны салфетки, уже две упаковки, это все в Вален класс сдавать. Нужны вот такие пакеты галлон, размером с галлон.
И вот такие просто сэндвич. Это мне. Домой я взяла запасную. А, это уже без меня взяли. А еще нужны Клорокс салфетки. Не салфетки. Короче, какой-то Клорокс чего-то. Это надо вот тут, наверное, искать. Скорее всего. Мы взяли огромную вот эту упаковку. 60 яиц. $11 почти стоят. Они то дешевеют, то дорожают. Но сейчас что-то они уже давно не дешевеют. Они стоили $6. И вот они как поднялись до такой цены. Это что такое? You bake it too much. Слишком много. Что это такое? Виталий, а что это такое? Мы испекли слишком много. Вы можете save more of these discounted bakery items. Это скидки. Вот можно взять банановый хлеб. Банана нут. Потом пирог. Можно пончики взять коробку. Сегодняшним днем. По $3. А так они сколько стоят. Эти тоже, это все сегодняшние. Мне, кстати, хлеб нужен. Но хлеб, наверное, тоже сегодня заканчивается. 42 цента. Стоит 42 цента. Это все, срок сегодня истекает. Прикольно. Я что-то этот стенд вообще не видела раньше. Можно взять огромную упаковку за $2.5. Ну, как-то они так уже... Тоже сегодня истекает. $2.5. Прикольно, мы столько не сидим. Мы, между тем, потеряли уже счет времени, сколько мы ходим. Поэтому очень долго скупались школьными принадлежностями. Так, до 30 сентября. Вот она. Единственная хорошая Болонья. Токи. Вот это. Или это не Болонья, как это называется. Вот Болонья рядом. Вот она самая вкусная. Имеет розоватый цвет. А вот такая темная, она невкусная. Поэтому я возьму две. Нашла Хайнс случайно. Так, осталось найти моих. И маринару взяла. Так, это я вообще не туда пришла. Это холодильники. Мы же голодные, холодные. Тортик мы еще не пробовали, который я испекла. И мы еще думали, дети хотели еще такой тортик взять. Ну, может, в Костко, если мы доедем. В Костко они повкуснее, конечно. Походу, вот эти печеньки, это как наши, по типу как юбилейные. Но я не знаю, как они по твердости конкретно. Это фирма. Вот, $3 стоит. 250 грамм. Как-то нужны были вот для пирожного картошки. Вот иногда бывает еще быстрые тортики из печенек. Ну, вообще хочется иногда печенек. И вот такая фирма. Ну, интересная, какая она на вкус. Здесь вот разнообразные печенюхи. Я такие еще вообще никогда не брала. Здесь по 250 грамм упаковки. Вот, например, Верона. Красиво смотрится. Набрали сладости. Как всегда, печеньки, конфеты. Идем дальше. Такие прикольные кейк-попсы здесь. Самые разнообразные. 2,50 стоит. Мы пришли в кулинарию. Посмотреть, что тут есть интересного для нас. Хотя у нас опять же есть торт. У меня вот что я хочу. Я куплю хлеб. У меня последняя булка. Чтобы срочно обморочно не печь, я возьму запасной хлеб. Вот такой из доллара. Это нарезной. Вот, взяла нарезной. Остался только нарезной, к сожалению. Тут такая красивая у нас сегодня черешенка. Вообще все блестит. $3, ну, практически за ЛБ. Красивенькая. Мы уже скупились. Мы взяли еще помидорок. Дети взяли гору пончиков целую зачем-то. Скупились наконец-таки на $200 с копейками. Сейчас подумаем, будем заезжать в Костко. Дети хотят пиццу. У меня есть отбивные. Но у нас дети с
свинину, как-то мясо Артём ест, а остальные с переменным успехом. Это перестали со временем мясо есть. Курочку едят, вот свинину. В основном старшие только едят. Валя там котлетку может и все. Но сегодня пасмурно, но все равно влажность достаточно повышенная. Вся парковка пустючая, мы за пиццей заехали. Как ни года людей нет, красотища, нам никуда не надо. Номера Охайо, Охайо, что-то там. Стат, что ли, штат? Мы в Костко, снимать ничего не буду. Ну, вот, только то, что попадет в кадр, потому что нам надо домой уже идти. Вообще никого нет абсолютно. Пустой Костко, уже вечер. Пока дети к чудищу побежали, смотрю одежду, вот. Легенькие брючки, но уже не сезон. Это что у нас? Это пуловер, $17. Я хотела посмотреть, остался ли свитшот за $7. Где он? Это детская Adidas. Это все детская. $15. Перепутала Фила. Они все стоят. Кошмар. У нас уже осень пришла. $15. Свитерочки. Так, это наша вообще? Ты бросила и пошла. Они не отлипают от этих чудищ. Что-то мне ничего не нравится. Такой стиль. С такими рукавчиками. $17. А, вот он. Как-то не очень смотрится, если честно. Лего. Крафтинг тейбл. $7. Ну, это то, что есть. А, вот он. Для ценителей. Это что я снимала в Walmart'е только что. Мальчик какой-то. Мы идем, молока возьмем, пиццу на выходе возьмем. Что еще? А, можно картошки здесь взять, точно, картошки. Они хотят к моему торту еще купить здешний торт костовский. Вот этот чизкейк интересный. Orange Dream. Dreamsicle. Прикольный. Кроме меня нет любителей чизкейка. Я люблю, Тёма любит. Я хочу чизкейк. А они хотят ерунду опять вот эту. Вот эту, причем самую вот такую вот. Вот это еще вкусная тукседа. Это самый вкусный. Ну возьмите то, что вы хотите, и пойдем. Готовая красотища. Цезарь. $9 цезарь огромный. Можно взять. Мы сегодня проездили, мы без салата. Просто отбивные есть. Сейчас спрошу, хотят они такой цезарь огромный. Там больше листьев, чем всего остального. Это перчики фаршированные. Интересно. Что там, вы курицу взяли, да? Не взяли курицу. Вы отбивные мои не будете, да? Энчилада, бейк. Красотища. Вкуснотища. Вот дети выбрали этот. По мне, так ужасный торт. Ну, это просто сахар. И тем более есть домашний. Единственное, мы его еще не пробовали. Вот он у меня лежит, настаивается. Я думаю, он должен хорошо получиться. Сыр у меня Хаварти еще остался. Что сыр мне, в принципе, не нужен. Все, вот это мы и купили. Больше ничего. Пойдем пиццу купим и пойдем домой. Ой, а что это? Did you place your whole pizza ordered by phone? No. Вы заказывали по телефону свою пиццу?
Просто тут мужчина и женщина пришли и быстро забрали. Потом вот целая пицца 9,95. Так, наверное, будет готовить час. А, да? О, блин. Мы об этом не подумали, да. Надо было ее заказать и... Ну, мы ж не знали. И салат. Другим Цезарь. Этим. Другим этим. Другим. Ну, давай. Этим, да, давай уже тогда. Ты хочешь отдельно, чтобы мороженое получить? Да. Окей. Мы заказали целую пиццу, подошли, они сказали, будет готова в течение 15-20 минут. Теперь дети еще пожелали мороженка. Так что мы ждем свой заказ. Дети поедят мороженого, и мы поедем наконец-таки домой. Такой вот у нас в этом году странный, неподготовленный день рождения выходит. У нас мороженое, вот это очень вкусное. Три вида. Белая, с клубникой и вот это. Шоколадная. Но есть еще четвертый вид, политый с шоколадом. Все, еще ждем. Пицца наша что-то. Мы еще заказали Цезарь. Салат Цезарь с собой возьмем. Не знаю, сколько там. Какая там граммовка. Все, мы дождались наконец-таки. Две огромнейшие пиццы. Салатик. Курицы там прям нарвали. Валю узнал работник. Валя подошла, он говорит, Валентина. В общем, там работает человек, который... Он у вас на раздаче на кухне, да, тоже? В столовой, да? А, ну в школе, в общем. Все, мы дома наконец-таки вызвали старших, чтобы нам поносили. Помогли носить... Да, вещи. Пойдем сейчас кушать, отмечать день рождения. А с вами все. Прощаюсь. До встречи в следующем влоге. И всем пока. Пока. У нас пицца. Пицца, 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 пицца. Гигантская. Причем гигантская, да? За 10 долларов. Супер-пупер пицца. Что-то у нас не хватило свечей. Вот так вот. Непродуманно мы поступили. Сейчас этот тортик съедим, завтра другой. Явно не хватает здесь. Блин. Ну, понесу как есть.